Хотите, чтобы ваш киви также каждый день пополнялся на 2000 рублей больше, как у меня? Тогда смотрите этот видос до конца, хотя сейчас я посплю, короче, потом расскажу. Эй, Иржан, блядь, заебал. Вставай, салам алейкум, вставай, заебал, на работу пора, ты чё ебанулся спишь? Давай, Иржан. Ну ладно, сейчас расскажу, сейчас. Привет, сейчас вам покажу, как зарабатывать сразу тремя классными способами до 1500 рублей в сутки. И это реально хорошие деньги, с помощью которых можно создать капитал и жить на проценты. Я уверен, многие из вас мечтают это сделать, чтобы жить за счет пассивного дохода, но в нынешних условиях кризиса совсем непонятно, как это сделать. Я вам советую посетить бесплатный мастер-класс, который проводит инвестор с 15-летним опытом, живущим только на пассивный доход. Его задача номер один – обучить сохранять ваши деньги, чтобы вы не тратили их под ноль, чтобы не лезли в долги, даже если вам кажется, что это невозможно. А вторая задача – кратно приумножать ваши деньги пассивно, без вашего участия, чтобы вы в будущем могли жить на дивиденды своего капитала и обрести финансовую свободу. Так что регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс, ссылочка, естественно, ждет под видео. А теперь переходим к способам заработка. И первый основывается на приложении под названием Arithmetic Quiz. Тут ваша задача – решать примеры и получать за это реальные деньги. Вот смотрите. 64 минус 53 будет 11. Мы нажимаем. Все, кружок загорелся зеленым цветом, значит пример решен правильно. Итак, надо решить 5 примеров и за это получить деньги. Но по факту здесь, друзья, не обязательно решать эти примеры правильно. Вот просто наугад вообще отвечаем 5 раз. Все, мы, друзья, за это получили 5 очков на баланс. И эти очки мы в дальнейшем будем обменивать на реальные деньги и, конечно же, выводить. И вы, друзья, можете нажать ОК и продолжать решать примеры снова. Но вы можете также нажать больше очков, посмотреть короткую рекламу и за это получить в 10 раз больше очков. А именно 50 очков за нажатие на эту кнопку. И, конечно же, друзья, нажимать больше очков и смотреть рекламу намного выгоднее, чем постоянно собирать только по 5 очков. Потому что, собирая по 5 очков, у вас рано или поздно постоянно будет появляться реклама. Но даже за ее просмотр вы будете все равно получать по 5 очков. Итак, решать эти примеры можно бесконечно. И я думаю, многие из вас спросят, раз здесь не важно, как решаются примеры, можно ли установить автокликер, чтобы он решал их за вас? И если честно, в правилах приложения нигде не указано, что запрещен автокликер. А что не запрещено, значит, друзья, можно. Поэтому скачиваем любой автокликер. Я оставлю ссылку на вот такой, бесплатный. Запускаем его. Здесь ставим задержечку 100 миллисекунд. Теперь автокликер включаем и идем в приложение. И сейчас нам, друзья, надо показать, куда и когда надо нажимать автокликеру. Для этого вот здесь нажимаем на вторую кнопочку. Теперь жмем «Начать» и просто 5 раз кликаем на одну и ту же кнопочку. Все, 5 раз мы прокликали. Примеры решены. И теперь нажимаем больше очков. И после этого засекаем таймер на 30 секунд. Именно 30, потому что, друзья, столько может показываться здесь самая длинная реклама. Но, как видите, у меня сейчас реклама не показывается. Скорее всего, потому что я нахожусь сейчас в другой стране. Из-за этого какие-то ошибки. Но в любом случае, ждем 30 секунд. Все, 30 секунд прошло. Дальше вы нажимаете на крестик, который будет здесь по закрытию рекламы. И только после этого нажимаем готово. Все, и этот автокликер, друзья, будет за вас на полном пассиве решать рандомно 5 примеров, смотреть рекламу, нажимать больше очков, получать по 50 очков за каждый просмотр на полном пассиве. А теперь, друзья, самое главное, сколько эти очки стоят в рублях. На самом деле курс монет здесь нигде не указан, но минималка на выплату 150 тысяч очков, и я думаю, что скорее всего 150 тысяч это 150 рублей. Если это так, то несложно посчитать, что автокликер будет за сутки приносить примерно в районе 140 тысяч монеток, то есть это 140 рублей. И это реально очень мощно. Кстати, если вы сами уже выводили с этого приложения, то напишите, пожалуйста, курс в комментарии. И да, выводит это приложение на Kiwi и на баланс мобильного телефона. Дальше идет сайт QComment, на котором многие зарабатывают по 500, по 700 рублей в сутки, выполняя простые задания. И сейчас я вам прям по шагам покажу, как выйти на такой доход. На сайте есть десятки тысяч самых вообще различных заданий, выполняя которые можно получать по 5, по 10 и даже по 500 рублей за задание. Вот, например, краткое описание этого задания. Подписка на группу. Открываем его. Здесь надо подписаться на обычную группу ВКонтакте. За это получите рубль 14 копеек. Вот задание подороже. Здесь надо переходить по ссылкам с мобильного телефона. Здесь вот вам выдается текстовый файл, который содержит кучу в себе ссылок. Вы переходите, смотрите различную рекламу. И за это, друзья, получаете не какие-то копейки, а сразу 9 рублей за задание, а также плюс 0,50 рублей за каждый скриншот на той ссылке, по которой вы перешли. И вот вам считается
уже рублей 15-20 только за одно это задание. И чем, друзья, такие задания сложнее, тем больше вы за них получаете. И таких заданий здесь не сотни, а реально их тысячи. И выполнив хотя бы 5 таких вот средненьких по сложности, уже можно заработать 100 или там 200 рублей. Также здесь вы можете получать более дорогие задания, за каждый из которых вам платят и по 50, и по 100 рублей, но для этого надо повышать ранг. Чем выше здесь ваш ранг, тем больше вам дорогих заданий доступно. Например, вот, с нулевым рангом вам доступно всего лишь ограниченное количество заданий. С первым рангом можно уже нехило зарабатывать на комментариях к различным сайтам. И чтобы первый ранг получить, вам надо пройти здесь экзамен. Он состоит из нескольких вопросов на тему русского языка и, если что, да, ответы, конечно же, есть в интернете. И получив, например, таким образом ранг 5, вы уже за каждый комментарий на сайте Яндекс.Маркет будете получать по 70 рублей за один комментарий. Это просто жесть. Я здесь сам, друзья, уже вот заработал 200 рублей, и давайте их сейчас выведем. Вывод доступен на Юмани, на Киви и на любую российскую банковскую карту. Минималка на выплату всего лишь 100 рублей. Я буду выводить на Киви, указываем сумму 190 рублей, нажимаем вывести, ждем загрузочку. Все, вывод средств у нас произошел. И обычно деньги здесь приходят в течение 10-15 минут, так что просто давайте немного подождем. И вот, как я и говорил, буквально минут 10 прошло. Деньги с вот такого Киви кошелька, скорее всего, вам придут тоже с такого же, пришли ко мне на Киви, ровно 190 рублей, в общем, все супер. И напоследок, друзья, самый кайфовый заработок, где вам в прямом смысле платят за каждый клик, и я не прикалываюсь. Это новый бот ВКонтакте, запускаем его, нажимаем здесь просто клик, и нам за это заплатили 0,001 рубль. Возможно, вы скажете, как-то маловато, но на самом деле здесь кликать можно бесконечно, без какой-либо рекламы и без ограничений. Но самое главное, друзья, здесь можно прокачивать ваш клик и в дальнейшем получать за каждый по полрубля или даже по рублю за клик, и это просто же скач. И прокачивать его можно двумя способами: либо приобретая вот такие вот различные прокачки, либо выполняя задания в группе этого бота. Например, вот, можно сделать репост этого бота, и нам прибавят навсегда на халяву плюс 0,001 рубль клику. Делаем репост этой записи, возвращаемся в бота. Да, действительно, бонус нам начислили. А теперь что насчет прокачек? Их здесь есть много штук. Чем дороже прокачка, тем сильнее она прокачивает ваш клик. И эти прокачки можно покупать как и за те деньги, что вы здесь сами заработали за клики, так и за те, что пополнили. Вот смотрите, у меня на балансе есть 274 рубля. Я их, естественно, могу взять и вывести, а могу потратить на прокачки. Вот, покупаем, например, прокачку за 30 рублей. Все, теперь я за каждый клик уже получаю неплохо. 0,014 рубасов. Также, если вы не хотите копить на эти прокачки вручную, то есть кликы, то вы можете сразу пополниться на свои деньги. Делать это не обязательно, но я все же покажу, как это сделать, и пополнюсь на 50 рублей. Жмем пополнить. Пополниться можно как угодно. Я через Киви. Вписываем сумму 50 рублей. Теперь, друзья, просто на номер вот этой карты с вашего Киви кошелька или с любого банка переводим ровно 50 рублей, ждем несколько секунд и нажимаем проверить платеж. Копируем номер, вставляем его в своем Киви и переводим сумму ровно 50 рублей, все это без комиссии, и нажимаем оплатить. Все, платеж успешно отправлен, ждем несколько секунд, возвращаемся в бот и нажимаем проверить платеж. Все, платеж прошел и баланс пополнен. И покупаем, например, вот эту кайфовую прокачку. Все, вот это я теперь нормально получаю за клик. Давайте выведем то, что у меня есть, 144 рубля, жмем вывести, выводят на Юмани и Киви, я, конечно же, буду на Киви, указываем свой номер Киви кошелька и сумму 144 рубля. Все, заявочка у нас отправлена на обработку, поэтому ждем. И вот, друзья, наверное, где-то часика 2-2,5 прошло, сейчас уже вечереет, и 144 рубля прилетели ко мне на Кивас, вот все вывел. А также посмотрите видео о схеме заработка, где вам надо тупо копировать и вставлять ссылки и за это зарабатывать по 1400 рублей. На этом все, пока.